Всем привет, друзья! Это вторая часть альтернативного сюжета про Омнимена из мультсериала «Неуязвимый», который решил захватить мир Ван Панчмана. Тем, кто не смотрел первую часть, настоятельно рекомендую. Для этого нажмите на подсказку, либо перейдите на канал. Итак, в первой части Омнимен решил разобраться с Тацумаки, так как она была сильнейшим героем в S-классе после него. Далее он встретил еще двух героев S-класса, Светового Флэша и Темноблеска, с которыми он тоже разобрался. Но неожиданно он встретил еще одного героя из S-класса, а точнее кибердемона Геноса, который вылетел из какого-то магазина, чтобы не дать ему ударить Сайтаму, а тот просто подумал, что Омнимен хочет украсть его капусту. Интересно? Тогда подпишись на канал и поставь лайк этому видео. А с вами, как всегда, Аниманго. И мы начинаем. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Итак, в момент, когда Генос остановил удар Омнимена, направленный на Сайтаму, который даже не знает, что за мужик пытался его атаковать, он отвлекает свое внимание на Кинга, который выходит из того же магазина. О, Кинг, наконец-то ты пришел. Ты нашел ту самую игру, о которой говорил, а? Кинг видит Омнимена, который стоит напротив Геноса и Сайтамы. Он заметил, что Генос держит кулак Омнимена. Он насматривается и понимает, что все эти разрушения – это, скорее всего, дело рук Омнимена, который удивился, увидев Кинга, и резко отпрыгнул назад. Какого черта тут делает Кинг? Он что, знает этих слабаков? С тех пор, как я прибыл сюда, единственный герой, которого я опасался и которого считал опасным – это он, Кинг, сильнейший человек на этой планете. Но Омнимен уверен в себе и не сомневается, что он сможет с ним справиться. Мотор Кинга начал грохотать, и Омнимен напрягся из-за этого. Он смотрел на него и не знал, что от него ожидать. Так как Кинг – единственный герой, о котором он ничего так и не смог узнать за 2 года нахождения на этой планете. Кинг успокоился, так как вспомнил, что там есть Сайтама, и когда он с ним, ему ничего не угрожает. Даже герой номер 2 из S-класса. Кинг сделал серьезное лицо и сказал Сайтаме, что он взял то, зачем они пришли. Омнимен говорит, что они ему не равня и разберется с ними за минуту. Генос, чего это он пристал? Плевать, он поднял руку на мастера, и я остановил его. О, ясно. Сайтама, что будешь делать? Так мы идем домой или нет? Учитель, прошу вас, оставьте его на меня. Я разберусь с ним. Он никто, чтобы тратить ваше драгоценное время. Сайтама соглашается с Геносом, и Кинг вместе с Сайтамой идут домой, чтобы сыграть в новую игру, которую купил Кинг. Эй, Генос, слышь, ты только не задерживайся тут. Мне нужна будет твоя помощь в приготовлении на Б. Вас понял, учитель. Сайтамы вместе с Кингом направляются домой, но тут Омнимен приходит в ярость и кричит, за кого они его держат. Генос полетел на него и атаковал шквалом огня. Омнимен успел отклониться от его удара, но потом Генос исчезает с поля зрения. Омнимен оглядывается по сторонам, и в тот момент, когда он поднимает голову вверх, там оказывается Генос, и он ударом ноги вбивает его в землю. Омнимен буквально сразу встает на ноги и прыгает на Геноса. Тот, в свою очередь, бьет его кулаком, но это не останавливает Омнимена. Он хватает руку Геноса и вырывает ее, потом берется за вторую и делает то же самое. После кидает Геноса в здание и летит за ним, чтобы добить его. Но внезапно что-то ударилось об него. Сзади происходит взрыв, который отбрасывает его в сторону. В эту же секунду в него летит что-то и бьется об его лицо. Это вырванные конечности Геноса, которыми он может управлять удаленно. После они летят к Геносу, и он восстанавливается. Консервная банка. Это все, на что ты способен? Жалкое зрелище. Омнимен сразу летит к нему на невероятной большой скорости. Он хватает Геноса за ногу и бросает его в здание. Тот не успел даже долететь, как он бросается в него и ударом пробивает Геноса через целое здание. Генос получил много урона из-за атак Омнимена. Он падает на землю, и тот летит к нему и начинает бить его. Так сильно, что Генос не может даже сдвинуться с места. Все его кибернетическое тело разламывается.
Омнимен пробивает защиту Геноса и добирается до его реактора. Простите меня, учитель. Я так и не сумел стать сильнее. Я подвел вас. Но этого ублюдка я заберу с собой. О, так вот где находится источник твоего питания. Омнимен тянет его реактор и пытается вырвать из его груди. Но внезапно его ослепляет сильный свет, который исходит от ядра, который начал заряжаться. Генос решил взорвать себя вместе с ним, так как у него нету другого выбора. Омнимен начинает вырывать реактор из его груди, но в эту же секунду Бэнг атакует Омнимена и откидывает его от Геноса, который, увидев, что ему на помощь пришли герои, отменяет самоуничтожение. Генос, извини, что так задержались. Можешь дальше не беспокоиться. Мы разберемся с ним. На поле битвы вместе с Бэнгом также прибыли атомный самурай. Остальные герои остались в штабе, чтобы защитить руководство Геройской Ассоциации, так как они не знали, что еще ожидать. Омнимен смотрит на этих героев и говорит, что они ничтожество и что он пришел захватить их мир. Я захватывал много миров. И знаете, вы являетесь самой легкой добычей. Изначально я думал, что, возможно, мне будет нелегко справиться с героями, которые могут справляться с сильными и огромными монстрами. Но на деле оказалось, что вы жалкие слабаки, которые ни на что не способны. Как я и думал. Так это ты, угроза всему человечеству, о которой говорила предсказательница Шибабава. Что ж, кем бы ты там ни был, мы уничтожим тебя. И отомстим за героев, которые пали в бою. Бэнг использует свою дыхательную технику, после которой он становится намного сильнее и быстрее. Он на высокой скорости бежит на Омнимена и атакует его сильнейшим ударом с ноги и подбрасывает его вверх. После чего он подпрыгивает и забивает его в землю. Омнимен пытается отлететь от Бэнга, но тот в ярости догоняет его и начинает бить его по лицу сильнейшими ударами. Но это не останавливает Омнимена, который блокирует удар Бэнга и, схватив его за шею, швыряет его. Но Бэнг не падает и встает на ноги. Он предлагает атомному самураю напасть сзади, в то время, когда он будет отвлекать его. Самурай соглашается и обходит его с фланга, в то время как Бэнг побежал на него. Омнимен летит на Бэнга, и они сталкиваются, и происходит большая взрывная волна. Над ними поднялся дым, и невозможно было что-либо разглядеть. Но потом он рассеялся, и было видно, что они оба были ранены и лежали на земле. Бэнг пришел в себя и крикнул самураю, чтобы тот поскорее добил Омнимена, пока тот не встал. Атомный самурай подошел к Омнимену и хотел разрезать его на атомы, но вместо этого он разрезал камни. А? Какого черта? Куда он делся? Неожиданно Омнимен оказывается сзади него и пытается ударить его кулаком, но самурай замахивается своим мечом в попытке разрезать Омнимена, но тот хватает этот меч и пронзает его сердце, потом разрывает его на две части и бросает на землю, как мешок с мусором. Бэнг в шоке и не может поверить своим глазам. Он еле встает на ноги, истекая кровью из-за сильных ран. Омнимен тоже ранен, но не так сильно. Ты чудовище. Думаешь, что все это сойдет тебе с рук, а? Омнимен слегка улыбается и говорит, что этот мир не единственный, которого он покоряет. И что существа, которые были в тех мирах, были намного сильнее, чем жалкие людишки. Тем временем мы перемещаемся в дом Кинга, где он и Сайтама играют в игры, которых они купили. Кинг выигрывает у Сайтама, и тот говорит, что больше не хочет играть, так как очень проголодался. Кинг, как думаешь, почему Генос так задерживается? Не знаю. Может, по пути он встретил монстров, и поэтому он так задерживается. Хотя Омнимен тоже очень силен. Как-никак, он ведь герой номер 2 в С-классе. А? То есть ты хочешь сказать, что Генос может ему проиграть? Сайтама говорит, что боится за Геноса. Вдруг его опять разорвут на запчасти. И поэтому предлагает Кингу пойти и узнать, все ли с ним хорошо. Кинг попытался отговорить его, но это было бесполезно. Сайтама и Кинг вышли, чтобы найти Геноса и убедиться, что с ним все хорошо. Далее мы перемещаемся на поле битвы.
где уже большинство героев С-класса пали от рук Омнимена, который собирается захватить весь мир Ван Панчмана. На поле битвы остался лишь один Бэнг, который и так еле стоит на ногах, с множественными переломами и поврежденными органами, из-за чего он кашляет кровью. Омнимен медленно и зловешно начинает идти к нему. Бэнг с последних сил пытается удержаться на ногах, и тут Омнимен подходит к нему. «Смирись, это конец, и ничто вас не спасет». Он замахивается кулаком и со всех сил пытается ударить Бэнга, но неожиданно, на высокой скорости, что Омниман и Бэнг даже не заметили, появляется бывший охотник на героев и бывший монстр Гароу, который останавливает удар Омнимена и с легкостью ломает ему руку, просто сжав кулак, после чего бьет его коленом прямо в живот и ударом с ноги пробивает его сквозь несколько зданий. Бэнг был очень удивлен увиденному и не мог поверить, что это его бывший ученик. Гароу, неужели это ты? А ты запыхался, старик? В этот момент Бэнг теряет равновесие, но Гару подхватывает его и смягчает падение. «Старик, думаю, тебе нужно чуть-чуть отдохнуть. Ты держался молодцом, а теперь настало время твоего бывшего ученика». Бэнг был очень удивлен, услышав такое от Гароу, который ранее бился против всех героев. Но после того, как Сайтама спас его от всех героев С-класса и не признал его монстром, он все переосмыслил и понял, что он ошибался все это время. Гароу приподнимается и смотрит в сторону Омнимена, который вылезает из-под обломков. И встав на ноги, он подлетает к нему, но не может атаковать его из-за серьезных ранений после ударов Гароу. Видимо, я ошибался. Все-таки есть на этой планете достойные соперники. Я впечатлен. После этих слов Омнимен на высокой скорости летит на Гароу и бьет его кулаком. Но тот блокирует его удар и в ответ бьет его по лицу. Омнимен отлетает вверх и падает на землю. Гароу подбегает к нему, хватает его за шею и наносит сильные удары по лицу. Гароу в ярости продолжает бить его. Омнимен пытается вырваться, но у него ничего не получается. Внезапно они слышат голос, который доносится сверху. Они поднимают взгляд и видят бородатого здорового старика в одежде вильтрумитов. Омнимен узнает в нем Конквеста. Это один из величайших и сильнейших воинов Вильтрума. Гароу смотрит на него в недоумении. «Вот это позорище! Тебя назначили представителем вильтрумайтов на этой планете с обязательством подготовить ее к предстоящему захвату. Цель моего визита – оценить твои успехи, и как я сейчас вижу, таковых нет. Теперь мне придется перенять твои полномочия. Оказать сопротивление в таком состоянии ты, конечно, не сможешь. Но даже если просто попытаешься помешать мне, я тебя уничтожу вместе со всеми этими жалкими людишками». Гароу бросает окровавленного Омнимена в сторону и с уверенностью подняв голову, он посмотрел на Конквеста. «Ты следующий».